доблестные наши проявляют бдительность. Вспомнил Турцию. Азербайджанский похож на турецкий. Набережная пустая, потому что полиция гоняет, как сами слышали. Одна азербайджанка только общается, сидит. Ничего не боится. Вот такой вот Амур, 27 апреля 2020. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Вон полиция стоит. Поехала. Вот она. Вчера их много было. Так что на Амуре тоже чайки есть. Не только на море. Вчера их очень много было. Всем пока. Ждем лета.